Певица набрала несколько лишних килограммов. 40-летняя певица Альбина Джанабаева серьезно поправилась после отдыха в Европе. Певица призналась, что, помимо легкого бронзового оттенка кожи и выгоревших волос, результатом отпуска стали также пара лишних килограммов. Каникулы да подошли к концу. Удалось в этом году всей семьей съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель. Отдыхать, не работать. Хотя отдых с детьми – это всегда особое путешествие, кто знает, тот поймет. Результат – довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм, написала Джанабаева в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram. Впрочем, супруга Валерия Меладзе написала, что ставит перед собой задачу уже в ближайшее время сбросить то, что набрала во время отдыха. «Завтра начну. А пока, в воскресенье морально подготовлюсь», – иронизирует Альбина. Пользователи интернета поддержали бывшую солистку Виагры. «Альбина, цель поставлена, и вы ее достигнете. Хороший отдых – это всегда супер, и даже лишние килограммы не сильно заботят. Вы всегда в шикарной форме, какие лишние килограммы? Господи, какие килограммы? Нимфа», – написали комментаторы.